Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь прошлого года увеличилось на 65,2% и составило 191,4 миллиарда долларов, пишет в четверг французская деловая газета «Les Echos». По оценке издания, с учетом этих показателей, рекорд страны от 2011 года, когда сальдо составило 198 миллиардов долларов, с большой долей вероятности будет побит. Издание также провело анализ данных Федеральной таможенной службы России, согласно которым за 11 месяцев прошлого года объем российской торговли составил 629 миллиардов долларов, а российский экспорт – 410,2 миллиарда. В частности, по итогам прошлого года впервые в истории объем российско-китайской взаимной торговли превысил 100 миллиардов долларов и достиг цифры в 107 миллиардов. Более 64% российского экспорта в Китай пришлось на энергоносители. С учетом всех торгово-экономических параметров авторы материала полагают, что Россия, как один из главных экспортеров зерна и занимающая 16 место среди мировых экспортеров в 2017 году, по итогам 2018 может подняться еще на несколько позиций. Ранее в Центробанке России отметили рост положительного сальдо торгового баланса страны за период с января по август 2018 года до 119,9 миллиарда долларов. Отметим, что это в 1,7 раза опережает показатели аналогичного периода 2017 года.